Всем привет, ребята, и вы на канале Кубик с Мастер. В прошлый раз мы разбирали, как собирать кубик Рубик 2 на 2. В этот раз мы будем собирать пирамидку, или, как говорят, пирамидкс. Он отличается тем, что кубик, что у него только 4 грани. Вот они, 4 грани. И они все треугольные. И есть у него еще одни стороны. Значит, R, L, U, B, I. Есть еще маленькие буквы, строчные. R – это вот так вот, просто средние это. И так со всеми. Строчные R-штрих наоборот. Значит, приступаем к разборке кубика. Мы его уже разобрали. Первым делом будем вставить углы, вот так поворачивать грани, пока у нас они не совпадут с вот этой вот как-то оберткой. Делаем все углы. Вот они у нас все повернулись. И дальше мы будем делать на радиации. Вот так он выглядит. Просто поворачивайте углы, чтобы была вот такая вот штука на радиации. Дальше мы будем делать первый слой у нас углы. Мы будем ставить сюда углы и поворачивать их вправо. Значит, вот у нас первая стация. Когда нам нужно угол повернуть вот так вот вправо. Ну что делаем? Мы ставим его справа, поворачиваем левую грань вверх, подставляем этот угол под левую грань и обратно ставим левую грань. Вот она у нас. Еще раз. Значит, так. И вот вторая у нас ситуация. Вторая ситуация, когда нам надо повернуть его влево, вот так вот. Мы ставим его слева. И тоже делаем, только зеркально. R, U-штрих, R-штрих. Все, по формулам. Дальше, и вот последнее ребро, последняя ситуация, когда у нас ребро перевернуто. Мы его должны вытащить по обычным движениям. R, U, R-штрих. Вот мы его вытащили и ставим его на ребро. Нормально. И вот последнее для закрепления сделаем. R, U-штрих, R-штрих. Дальше мы будем делать, значит, вот эти вот углы ставить по местам. Значит, первая ситуация. Это у нас глаза. Ну, во всех ситуациях мы будем делать именно одно движение. Значит, U, ой. R, U, R-штрих, U, U. R, U, R-штрих. И вот у нас кубик собрался. Но есть и другие ситуации. Когда у нас кубик, когда у нас кубик полностью разобран, ну вот так вот. Мы делаем тот же алгоритм. Пока у нас не встанет, а и повернется на свое место один угол. С первого раза не получилось, второй раз. Со второго раза получилось вот у нас угол. Поворачиваем вот эти неправильные углы к себе и делаем алгоритм. R-штрих. L, R, L-штрих, U, L-штрих, U-штрих, L. И кубик собран. Поздравляю. Ну, не кубик, а пирамидка. А между этим ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был канал Кубик с Мастер. Всем пока-пока.